Линда, Дана, Мирхан. Лысенькие, все полиняли, стройненькие такие, молоденькие. Лейла прибежала играться. Айдыма. Айдыма у нас на чемоданах, скоро уже уедет в свой новый дом. Мирхан. Илюша. Жася ходит там. Мирханчик. Мирханчик, возможно, продажа. 8 месяцев. Мирхан, этим хороший мальчик. Так, кто у нас тут? Брина. Брина. Девчушка такая. Зара пришла. Зарочка. Брина заигрывает с Мирханчиком. Личка у нее Тимирдаш Хабрина. Илюша пришел. Что, Илюша? Скоро твои малыши родятся от Жаси. Жасенька там беременная ходит. Вон он, Жаси. Вся одетая, раздеваться еще не собирается. Сейчас родит и начнет раздеваться. Беременная уже. Пузика ходит, таскает. Ей по срокам в начале августа рожать. Так что ждем. Зара. Кличка у нее Тимирдаш, царица судьбы. Вивина Илюшина доча. Пока посидит на питомнике. Лейла. С Даной заигрывает. Что это за лежачие игры у тебя, Мирхан? Илюша, ты кувыркался и упал. Ой, ты. Кувыркался, кувыркался на краю и упал. Сейчас еще Мирхан упадет. Зара пошла играться. Говорит, я тоже хочу играть. Валялкины. Все, ты обратно пришел наверх. Дана, Лейла, ой, Линда. Да, ну меня. Так, девки, не ругаться. Айдыма, Лейла, ну-ка расслабьтесь. Потягушки делала Дана. Сестренка пришла к тебе, да, Брина? Сестренка по отцу. Нуриковские дочи. Ох, разодрались девки, ох. Ну, конечно же, Линда пришла сразу же. Кто же еще может на драчку прийти? Ждем малышей от Жаси и Илюши.
Вся информация будет на сайте temirtash.ru, только там следите за новостями. Даночке год исполнился. По мёту П. Дана. Лежачие игры. А эти что-то все еще выясняют отношения. Ну, а Линда, видимо, у них там рефери, да, в ринге? Посматривает, все ли нормально. Драчка-махачка, все ли правильно идет. А может и даже вмешаться, скажи, да, Линда? Мелочевок-то сколько на питомнике. Ой, это все мелочи. Малявки еще все. Молодые собачки. Подростки, щенки. Ну а гуляют только кобель, сука, взрослые. То есть кобели с кобелями не гуляют, суки с суками не гуляют. Я имею в виду взрослых. А это мелочевки, они всегда у меня растут со взрослыми. Поколения следующие прибавляются. Пока три щенка посидят на питомнике. Будем смотреть, наблюдать.